Командиры мои плоские. Кем быть? У меня растут года, будет 18. Тут работы мне тогда, чем заниматься. Столяру хорошо, а инженеры лучше. Я бы строить дом пошел, пусть меня научат. Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. Самое главное, чтобы было нарисовано здание слава. Живое слово. Это будет перед, называется фасад. Это каждый разберет. Это ванна, это сад. План готов. И вокруг 100 работ на 1000 рук. Упираются леса в самые небеса. Где-то на работках там лежит ребёнок. Поднимают балки, будто палки. Перетащат кирпичи, закалённые кирпичи. По крыше выложили жесть. Дом готов, и крыша есть. Хороший дом, большущий дом. На все 4 стороны заживут 5 минут. Дом не построен. Инженеру хорошо, а рабочим лучше. Я в рабочие пошел. Пусть меня научат. Идти, вставай, гудок зовет. И все приходим на завод. Народу уйма целая, 1200. Чего один не сделает, сделаем вместе. Можем железо, ножницы не резать. Раны висячие, тяжести тащим. Молот паровой, где-то резать работу. Олово плавим, машинами правим. Работа всякого нужна одинаково. Я гайки делаю, а ты для гайки делаешь шнуры. Ну, можно дальше продолжать. Шофёру хорошо, а лётчику лучше. Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат. Наливаю в бак бензин, заложу пропеллер, в небеса мотор везли, чтобы птицы пели. Лётчику хорошо, а матросу лучше. Я в матроса бы пошёл, пусть меня научат. У меня на шапке лето, на матроске я коря. Я проплавала это лето от океана по коря. Напрасно волны скачут морской дорожкой. Мария хоть по мачте, карабкаюсь кошкой. Давайся ветер в южный, давайся буря скверный. Открою полюс южный, а северный наверх. Молодец. Книжку переворошив, намотай на ус, все работы хороши, выбирай на вкус. Поня, вонь. Что за лошадь, что за конь, горячее, чем огонь. Давай, расскажи. Мама, сейчас. Боротись. Хочешь?